Партнер проекта – группа компаний «Чистый город». Я как врач скажу, что я к лечению вообще отношусь положительно. Насчет денег бывает, что и помогают тоже, если это реально, если это действительно надо конкретному пациенту на конкретные цели. Я много кому помогаю, я вообще православный. К помощи отношусь положительно, но я считаю, что помощь должна быть адресная. То есть не просто, допустим, дать человеку на деньги на пропитание, а купить ему какую-то еду. Да. Когда беда случается, нужно помогать. Вообще я как бы занимаюсь немножечко так. Мы делали переводы в детский дом. Пока таких возможностей нету. Студент, как всегда. Денег не хватает и самому. А так очень поддерживаю даже. Обычно что-нибудь меня, так сказать, растрогает по телевизору. Какой-нибудь больной ребенок, под что-нибудь вот такое. Знаете, там смс-очка. Расчувствуешься и пошлешь. Правда, я абсолютно не уверен, что эти деньги до детей доходят.